Всем привет! С вами Шишкина Екатерина, Кононова Анна и, конечно же, проект Фаберлик Онлайн. Итак, новая коллекция одежды к нам пришла. Значит, трясущейся рукой будет видео, потому что кое-кто вот этот вот пушистый штук помог нам и опрокинул штатив. И штатива у нас теперь нету. Надо покупать новый. Итак, значит, на Кате трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Артикул 522-346, цвет бежевый, размер 46, состав 100% хлопок. Очень простая, прикольная, классная. Вот такие вот шовчики у нас на плечах, да, тут идут. То есть, ну, никаких нареканий, в принципе, нету. Цвет нежный, Катя сказала, да, это мне надо, я оставляю. Ну, такой, знаете, минимализм, классно, да. Можно еще кардиганчик к этой, да, то есть, если прохладным летним вечером мы гуляем, сверху можно надеть любой кардиган, и он будет смотреться очень-очень хорошо. Ну, вот сиди теперь попом, пушистик наш. Отругали. Далее, значит, на Кате шорты из новой коллекции, из джинсовой ткани для женщины. Артикул 522-391. Цвет синий, размер 46, 78 хлопок, 20 полиэстер, 2 эластан. Так, Катюша, они тянутся или что? Они, да. Дай-ка я тебя посмотрю. Тянутся, да? Ну, в принципе, слушай, так даже удобнее. Карманы не обманы, а тут... А на попе есть ли карманы? Да. На попе карманы, да? Пуговка тут есть в составе. В принципе, они даже так подтягивают, да, попу? Смотрите, тянутся просто хорошо. И когда я натягиваю, что они просвечивают, что ли? Нет, показалось. Это ногти просто так делают. Да, тут все загнуто и можно разогнуть, я так понимаю, если хочется. Но можно и оставить загнутым. Сейчас мода все загибать. Поэтому я думаю... Вот так будет нормально. Да, то есть они прошиты такими желтенькими ниточками. В принципе, прикольные шортики. Очень даже симпатичные. Сейчас мы видео снимаем. Отпусти. Так, сейчас на Катюшке трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Цвет белый. Размер 46. 100% хлопок. Ну, что могу сказать, все нравится, она тянется хорошо. Артикул 522-373. Кать, твой выход? Ну, расцветка очень модная сейчас. Действительно, все так носят. Она достаточно просторная, не стесняет движений. И в ней чувствуешь себя солнечно, ярко. Ярко? Да, она с желтенькими полосочками. Ну, вообще-то, да, хорошенькая такая. Она освежает. Угу, угу. Так, простите за тряску камеры. Первый раз так снимаю. Ну, оставляешь ты ее себе или нет? Оставляешь. Сейчас на Катюшке трикотажная майка для женщины. Цвет желтый, размер 46, 40% хлопок, 60% полиэстер. Артикул 522-337. Очень красивая маечка. Конечно, под нее мы не подобрали бюстгальтер, но все равно, как бы, вы уже знаете, какие подходят, какие нет. Вот тут такие узорчики начинаются. И сзади, Катюш, давай все-таки покажем. Да, то есть вот такая вот суперская вязочка. Очень красиво. На пляж с купальником будет самое то. Приталивает, суперски смотрится. Прям никаких нареканий нет. Катя, она тянется, да? Да, она достаточно хорошо тянется. Угу. Ну что, Кать, как тебе она? Оставляем, конечно же. Если не щедро. Неужели Фаберлик в этот раз тебе аж четвертый раз подряд угодил? Кстати, четвертый. Да, еще джинсы. Шишки. Кстати, кроссовки Катя носит. Прям они размер идут, да? Да, это 36. Это 35 я тебе заказывала. Ты почему говоришь 36? Это 35 у тебя размер. Они не маломерят, не большемерят. Все отлично. Катя 35 и носит. Так, так, так. Сейчас на Кате шорты из джинсовой ткани для женщины. Цвет голубой, размер 46, 93 хлопок, 7 полиэстер, маломерки. И Катя их не смогла натянуть до конца. Ну, она их натянула, но двигаться в них ей очень тяжело. Это маломерки, берите на размер больше. Джинсики четкие, классные. Тянутся, Кать, нет? Нет. Вот они не тянутся. Ну, так, не сильно. Да, то есть, если вот эти вот... Они эластичные были. Угу. Только этим даже если силу прилагать, не растянуть.
Серьезно? Угу. Ну, я вот. Ага, то есть эти джинсы не тянутся. И берем, пояс тоже. Да, берем на размер больше. Пояс тоже не тянется. В общем, Катя их еле натянула, поэтому, ну, я тут, просто... конечно, 48, наверное, надо брать. Далее, значит, обворожительная трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Цвет розовый, размер 46, 100% хлопок, артикул 522-364. Кать, ты уже повертелась, да, пока я аннотацию читала? Ну, что могу сказать? Отличные. Она точно такая же, как предыдущая, с терракотовыми тут полосочками. Только она полностью розовая и полосочками белая. Угу, угу. Ну, ткань плотная или нет, кстати, у них у всех? Ну, такая... Не очень плотно, но не просвечивает. Не тощая, да, не ткань? Не тощая. Как бы. Но иногда, знаешь, бывает, приходят футболочки, аж просвечивает. Вот. Ну, я сказала, не просвечивает. Ну, такая средней плотности но ткань. Ну, вот если натянуть, вот она не просвечивает. Да, кстати, да, хорошо. Ну что ж, все, снимай с себя горе-шорты. Вот, а фуфайку оставляем? Фуфайку, да, оставляем. Только я шорты все на возврат, да? А шорты на 48 перезаказать тебе? Я думаю, что да, они такие стильненькие. Ну да, в Тунис тебе пойдет нормально, здорово. Ага, ну все. Ой. Так, сейчас на Катюшке трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Цвет желтый, размер 46, состав 100% хлопок, артикул 522-355. Катюш? Ну, она точно такая же, как и все предыдущие фуфайки, только отличается тем, что она полностью такого терракотового цвета. Кошечка. Вот, играется тут со мной. Помогает мне вести обзор для вас. И, в общем, она точно такая же удобная и точно из такого же хлопка. То есть, ну, про нее ничего сказать не могу. Но она красивая. Я сейчас смотрю, мне нравится. Ну, обычная футболка нормальная такая, бегать, да? Бегать и град. Ага, ну, хорошо, ладно. Она вообще не дает нам вести, надо ее выкинуть куда-нибудь. А, кошка. Пузик отрастила какой. Так, сейчас на Катюшке трикотажное платье с коротким рукавом для женщины. Артикул 522-455, цвет темно-синий, размер 46, состав 95 хлопок, 5% эластан. Но, на мой взгляд, нормальное платье. Вживую оно как-то лучше смотрится, чем на камеру, если честно. Очень аккуратненькое. Как ты, Кать, сказала? Стиляги. А, стиляги, да? Стиляги. А ты уже покружилась, знаете, да? Я опять все пропустила. Ага, я уже. Ну, тебе идет, если честно, и мне очень нравится даже. Вот лично мне понравилось. Я думала, что я его просто на примерочку закажу, но рекомендую тебе покрутиться перед зеркалом и оценить все плюсы. Да, оценить все плюсы и, скорее всего, даже оставить себе. Мне показалось же, что оно тебе может подойти. Я его заказала на свой страх и риск по VIP-новинкам. Но вот смотрю, что никакого страха и риска, оказывается, мне лично нравится. Ну все, дорогие мои, с вами была Шишкина Екатерина, моя любимая, дорогая звездочка. Вот, до встречи с вами в новых интересных видео. Это были новинки. Какого каталога я забыла? Катя, это все ты виновата. В общем, розового. Всем пока-пока. Ну, все, мы перешли на Викуську. Сейчас на Викуське трикотажное платье с коротким рукавом для девочки. Цвет бежевый, размер 122, состав 95 хлопок, 5% эластан. Антош, покрутитесь, пожалуйста. Модель 079G4110. Очень красивое платье. Антон, дай я посмотрю, пожалуйста. Викуся, дай я на тебя посмотрю. Тянется. Все, ткань очень такая плотная. Вика, дай мама на тебя посмотрит. Постой, да, тут резиночка, как вы видите, идет в составчике. Все отлично, длина отличная. Мне все прям понравилось. Все. Сейчас на нашей Викуське классные, суперские, просто шорты из джинсовой ткани для девочки. Цвет синий, размер 122. Антош, покрутитесь, попочку покажите, перед покажите. 100% хлопок, артикул 522-804. Они
они правда классные, ни малы, ни велики, все здорово, все супер, карманы нигде не обманы, да, как вы видите, немножко рваненькие, модненькие, и есть на талии пуговка, которой можно уменьшать или увеличивать талию, то есть мы их оставляем, да, вот пуговка, можно делать шире, уже джинсы и так далее. Далее, значит, еще на Викуське трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки. Артикул 522-671. Цвет голубой, размер 122, 100% хлопок. Покажитесь мне, пожалуйста, люди дорогие. Вика, повернись к маме. Повернись. Вот очень хорошая такая, классная, свеженький такой цвет, очень приятный. Шорты сначала расскажу. Из джинсовой ткани для девочки, цвет голубой. Ну, как вы видите, ребенку в них комфортно, раз она дурит. Размер 122, состав 100% хлопок. А мы, Антон, ростом сколько? 125. 125 уже? Ага, мы выросли. Ну, вот 122 шортики нам очень даже идут. Вика, ну-ка встань красиво. Встань красиво. Что это такое? Очень хорошенькие шортики. Мне понравились. Ну и переходим к трикотажной фуфайке с коротким рукавом для девочки. Артикул 522-647. Цвет бежевый. Размер 122. Состав 100% хлопок. Очень такая плотненькая, хорошенькая футболочка. Универсальный цвет подо все. Вот красотка. Сейчас на Викусе вот такие вот шортики трикотажные для девочки, цвет коралловый, размер 116, папуля надевает. Кстати, карманы не обманы, очень классные, на курорт везде можно взять. Так, поворачивайтесь вперед, сверху завязочки, это идет 100% хлопок, но, как вы видите, 116 размер для нас уже остается в прошлом, больше я его не буду заказывать. Это вот сейчас, вот, да, съездить нам в Джугбу, в Тунис через 2 месяца и все. В следующий раз я буду заказывать уже 122 размер. Резиночка очень плотненькая, хорошенькая, завязочки тоже супер, но 122 буду брать уже. Все, ну пока оставлю, пока нормально, пока все окей. Так, так, сейчас на Викуське салатовые шорты трикотажные для девочки, размер 122, 100% хлопок. Уже по-другому, как вы видите, смотрится. Девочки, постойте немножко, у нас Снежа в гостях. Да, совсем по-другому смотрится. Очень классные, очень суперские. Так, а так на попочке у нас что? Резиночка вообще классная, в талию не врезается. Мне вот это очень нравится. И тут уже все. Ну, значит, 116 для нас уже все. Прошлый век, 122 отличные. Так, сейчас на Викусе трикотажные шорты для девочки. Цвет серый меланж. Светло-серый меланж, размер 122, 95 хлопок, 5% вискоза. Артикул 522-732. Вот такие же точно шортики. Вот, 122 нам очень хорошо подошли. Ну и обратите внимание, вот на такие вот ботиночки. Нам они, к сожалению, велики. Будем выцеплять 29 размер. Это 30 размер. Цвет желтый, размер 30. Артикул 555-853. Очень красивые, очень классные. Но нам они не подошли. Верх текстиль, подкладка. Подкладка без подкладки написано. Стелька, текстиль, подошва ПВХ. Легкие, классные, дышащие. Сейчас я вам их покажу вблизи на примере розовых. Вот они такие вот хорошенькие были. Были. Ключевое слово. Очень жалко, но что поделаешь. Очень хорошие кроссовочки, подошвочка, все. Но надо было заказывать 29 размер. Ну, пока-пока. Пока-пока. Молодец. Трикотажная фуфайка на Антоне сейчас с коротким рукавом для мужчины. Цвет зеленый, размер 58, состав 100% хлопок. Артикул 522-521. Антон, ну что скажешь? Ну, фуфайка хорошая. То есть, например, если первая коллекция была какая-то жестковатая ткань, то это мягкая стала уже. Мягкая, да? Да. Ну, супер-супер. Так, дальше, значит, на Антохе брюки. Да, брюки лично мне очень понравились. Цвет хаки, размер 58, состав 100% хлопок. А, не под цвет кроссовки надели, но это тоже новинки, поэтому мы вам покажем. Вот, артикул 522-575, так и называются брюки для мужчины.
Они нам великоваты, то есть 58 размер нам брюк великоват, а вот 58 размер рубашки нам самое то. В общем, брюки суперские, просто мы их перезакажем на размер меньше. Очень-очень идут. И далее, сейчас я опущусь в самый-самый низ, увеличу. Вот такие вот кроссовочки. Кроссовки мужские, цвет синий, размер 44, артикул 885-031, верх текстиль, значит, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва Эва, вот так вот, да, то есть, ну, нам они очень понравились, я могу сказать, что кроссовочки реально такие достойные, симпатичные. Антоха, встань боком. Угу. Вот видите, достойная, симпатичная. Антох, как ты думаешь, давай самое основное, будет, не будет потеть нога, как шнуруется, мягкая ли подошва, вот это все нам расскажи. Чувствую комфортно. Комфортно. Да, в размер. Но подпочивать нога будет все равно. Сильно. Не сильно, но будет. Будет, хорошо. Как по мягкости? Мягкости хорошо. Да, то есть кроссовки идут размер в размер, все отлично. Ну, мне они нравятся на вид, очень симпатичные. Действительно, достойные такие кроссовочки. Приятные очень. Сейчас на Антоне трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины. Артикул 522-485, цвет серо-голубой, размер 58, состав 100% хлопок. Антох, на мой взгляд, тебе очень идет. Я носить это буду. Ты носить это будешь. Понятно. Ну, действительно классно, мне понравилось. Прям никаких нареканий нет. 100% хлопок, ну, о том, что кожа будет дышать, и говорить не о чем. Далее, трикотажные брюки для мужчины. Тоже 58 размера, но мы их оставляем, да, Антон? Эти, да. Мы их оставляем, потому что они нам не велики по талии, как велики предыдущие брюки. Хотя предыдущие, они как-то вот лучше смотрелись на Антоне. Нет, предыдущие они были более великоваты. Здесь ага. Же меньше места. То есть они чуть уже почему-то, не знаю почему, но уже. Уже, да? Да. Ты, наверное, тихо говоришь, тебя плохо слышно. Не знаю, нормально говорю. Нормально говоришь. Ладно, вот смотрите, брюки для мужчины, цвет темно-синий, я бы сказала ярко-темно-синий. Не знаю даже, как описать это дело. Вот, размер 58, состав 100% хлопок, артикул 522-566. Вот, ну и, конечно, давайте с вами обратим внимание на кроссовки. Сейчас на Антохе двое кроссовок, но, как вы видите, разных цветов. Вот смотрите, сейчас я вам показываю серое, да, тут идет черное, и переход, да, тренд такой сейчас идет в кроссовочках, да, и переход на светло-серые. Очень симпатично, да, по идее черная пяточка и такой вот нежный переход. То же самое было на синих кроссовках, черная пяточка и переход на синее. Вот очень-очень классно смотрится. Давайте посмотрим, как оно издалека. Антоха, встань боком. Да, вот таким вот образом, сейчас я его вам увеличу, вот таким вот образом оно издалека смотрится, вот этот переход. А на синих как-то вот я не заметила, камера... Да, его не заметно. Угу. Камера, если честно, плохо ловит, да, на синих, а вот на серых прям классно-классно ловит. Ну, в принципе, да, классные кроссовки, Антону понравились, он их оставляет, да? Да, оставляешь. Сейчас на Антоше трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины. Цвет темно-синий, размер 58, 100% хлопок, артикул 522-515. Антон? Оставляю. Нравится, да? Да. Угу. Ну, мне тоже нравится, суперская коллекция, как-то вот и просто, и подходит, и по сезону. Далее, смотрите, точь-точь такие же, как серые, предыдущие, только цвет синий, размер 44, артикул 885-043. Что ты сделал? Загнул. Загнул? Ага. Ага, ты нить неправильно надел? Да, посмотрел сам. Понятно. Ну, ничего, бывает. Прошу прощения за черные носки. Что-то мы как-то не нашли белых. Поэтому, да, мы понимаем, что это не сочетается. И извиняемся перед вами. Да, то есть, ну, вот такие вот они лично мне понравились.
Да, вот сейчас я вам их увеличу. Тоже хорошо смотрится на ноге. Тоже все очень даже прям гуд. Сейчас на Антоне легкий трикотажный джемпер с воротом пола для мужчины. Артикул 522-548, цвет серый меланж, размер 58, состав 95 хлопок, 5 вискоза. Антон? Хорошо. Хорошо? Меня как-то порадовал этот выпуск. Вообще вернуть нечего, серьезно. И комфортные, и качественные, и ткани натуральные. Вообще очень порадовал выпуск. Далее смотрим на шорты из джинсовой ткани для мужчины. Карманы не обманы, ни сзади, ни спереди, да? То есть, ну, обычная посадочка, все здорово. Шорты из джинсовой ткани для мужчины. Артикул 522-628. Цвет голубой, размер 56, 100% хлопок. Отличные шорты. А, Антох, они с разгибаются, можно их сделать длиннее, да? Ну, попробуй с обеих сторон разогнуть. Ну, не так будет. Не так, ну просто разогни одну, оставь другую. То есть можно и так носить, и загнутыми носить, да? То есть, ну вот как захочется. Тоже очень удобно. 56 размер нам как раз, и все, что я заказала 58-го, все-таки великовато. Надо было заказывать 56 размера. К сожалению, я вот зря так сделала мужу. Далее, обратите внимание вот на такую вот новиночку. Это у нас, прям на месте, Антош, крутись, я тебя увеличила. Нет, ушел из кадра. Вот, вот так вот. И вертись на этом месте, если хочешь показать. Это у нас кроссовки мужские, цвет серый. Так, размер 44. Артикул 885-049. Верх текстиль, подкладка текстиль. Стелька текстиль, подошва ПВХ. Антон что-то вам про них хочет рассказать. Да, вот единственное, что здесь в этих бутинках есть. Вот видите, наверное, мятинка образуется. И сначала нужно что-то плотное туда. Там есть вставки, но они, ну, из какого-то материала, но они не держат форму, поэтому сначала нужно перед выходом вставить, чтобы они распрямились полностью. То есть, как и на этой. Угу. Когда я рукой провожу, они выпрямляются, встают. То есть, им, например... То есть они тряпичные, мягкие, начиная с самого основания. Они очень удобные. Сними одну, я тогда покажу зрителю поближе. Чтобы... Они очень удобные. Подошва мягенькая очень. Да, подошва очень мягкая. Смотрите, прям классная, классная такая вся. Суперская, да? Тут такие стрелочки сбоку. Ну и вот она ткань, в принципе, да? То есть тканевые обычные они. А, это, наверное, чтобы надевать было удобно. Да, и вот тут вот надо выпрямлять. Видите, если вы так сделаете, то у вас так и останется. И с другой стороны выпрямляете. А они тебе невелики? Нет, нормально. Нет, все хорошо, да? Вот, не размер... Палец не остается, но... Где остается палец? Вот у меня палец заканчивается. А, ну... Остается вон. Угу. В общем, они будут дышать. Они не просвечивают, но они полностью из ткани, поэтому они идут как дышащие. Я думаю, весьма достойно вот сейчас на эту погоду носить. Ну и новенькие, аккуратненькие тоже хорошо. Так, сейчас на Антоне рубашка с коротким рукавом для мужчины, цвет темно-синий, размер 56, состав 100% хлопок, артикул 522-475. Ну, что могу сказать, она ему слегка маловато, надо было заказать не 56, а 58. В общем, у Антохи верх 58, низ 56. Сейчас я уже это поняла, раньше 56 он был полностью. Вот, ну что могу сказать, мне она нравится, я перезакажу обязательно на размер больше, потому что очень, на мой взгляд, достойная, и на теплое время носить ее с джинсами, с джинсовыми шортами просто великолепно, главное подобрать по размеру. Вот, то есть она не больше мерит, не мало мерит, просто Антохин верх это 58 да. Все-таки. Мне это так вот, на мой взгляд. Так она очень нравится. Как бы 58 закажу. Сейчас на Антоне легкий трикотажный джемпер с воротом пола для мужчины. Артикул 522-577, цвет темно-синий, размер 58, состав 100% хлопок. Антон, твой выход? Хочу сказать. Главное, что если носить, так, где мы выбираем,
застирался. В общем, да. И смотрите, еще вот такие вот кроссовки. Захотелось мне их вам ближе показать, поэтому Антон только в одном кроссовке, но я думаю, это не столь суть страшно. Вот почему хотелось показать. Очень интересная подошва, такая красная, прикольная, с пальцами. Вот. И сами они идут тряпичные. И вот эта вот шнуровка, это не для того, чтобы делать там взъем, подъем, там завязывать, развязывать. Она просто идет для декора. То есть вы ее раз завязали, но надевать вы будете вот таким вот образом, держась вот за эти штуки, да, то есть получается вот эту шнуровку только раз завязать. То есть они тоже идут такие мягкие, тряпичные. Подошва тоже очень мягкая, классная. Надеваются они не совсем удобно, не совсем привычно. Вот сейчас Антон вам даже продемонстрирует. А я пока расскажу артикул. Ну, непривычно из-за того, что идет, видите, здесь ткань, которая не дает растянуться. Она тянется вроде нет, бы. Нет, она не тянется. Если она так вот, но тихонечко, она за счет того, что вот эти вот тянутся. А-а-а. А вот это само, оно не тянется. И поэтому как бы не очень удобно. Не очень удобно надевать? Да. Ага. Сначала вам нужно пальцы. Вот то, что неудобство. А-а-а. А потом уже пятку. Ну, конечно, да. Не очень-то, да, удобно. А ты их оставляешь себе? Да, оставляю, в принципе, не нравится. Сидят они удобно, просто надевать их неудобно. А, понятно. Ладно, в общем, смотрим. Кроссовки мужские. Цвет черный. Размер 44, артикул 885-055. Верх текстиль. Подкладка без подкладки. Стелька текстиль. Подошва ПВХ. Ну, вот такие вот кроссовочки. Ну что ж, сейчас будет мой выход. Сейчас Антон меня будет снимать. Привет, привет, мои дорогие. Сейчас на мне суперская трикотажная майка для женщины. Цвет розовый. Размер 50. Состав 60% полиэстер, 40% хлопок. Артикул 522-330. Очень мне понравилось. Классная. Сзади тоже так все интересно, так все здорово, что я прям очень-очень-очень довольна таким вот классным рисуночком. С одной стороны просто, с другой стороны, ну вот как-то со вкусом. Та же самая майка, только темно-синий цвет и артикул 522-321. Тоже весьма такая достойная моделька. Сейчас на мне трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины, светло-голубой, размер 50, 100% хлопок. Артикул 523-222. Ну, нормально, я себе оставлю, футболочки никогда еще никому не помешали. Вот тут вот, как вы видите, идут стразики. Антон, видно стразики, да, что блестят, да? Верхний принт это просто покраска, да, то есть вот как вы видите с этой стороны вот так, а тут просто вот как покрасочка идет. Нормальная такая обычная футболочка с рисуночком, можно везде надеть. Точно такой же трикотажный джемпер, как и предыдущий, тоже с коротким рукавом, цвет белый, размер 50, 100% хлопок. Ткань такая более-менее плотная, что у одного, что у другого, просвечивает, вот даже если показать, да, на мне нижнее белье темное, Антон, видно, что просвечивает? Да. Видно, да, то есть, ну вот я вам показала, да, ну и в принципе тоже оставляю вещи. Ну, рисуночек другой. Рисунок другой? Да. Серьезно? Да, ну. Сейчас я смотрю, ты сказала, то, что... Какой ты наблюдательный. Смотри, здесь звездочки идут, морские, угу. С ракушечками. Так, а вот... тут тоже ракушечки. Да, но только другой. Да, только это другой. Увидят зрители. А я что-то даже не обратила внимания, вот какая. Сейчас на мне трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Артикул 522-384. Цвет голубой, размер 50, состав 100% хлопок. Ну, как вы видите, не мое. Блузка с коротким рукавом для женщины. Цвет белый, 50, размер, состав 100% вискоза. Артикул 522-312. Ткань очень мущаяся, не тянется. Ну и у мужа создался вопрос, это точно блузка, а не ночнушка? Ну, как вы видите, не мое. Так, сейчас на мне очень понравился трикотажный легкий джемпер с коротким рукавом для женщины. Артикул 523-177. Цвет темно-синий, размер
50 состав, 95 полиэстер, 5 эластан. Ну, давайте расскажу, чем понравился. Понравился, во-первых, вот этот вырез мне очень. Да, то есть, во-вторых, его простота. В-третьих, то, что он скрывает все недостатки и стройнит фигуру. В-четвертых, то, что, ну, тут, как вы видите, все закрыто, ничего лишнего. Даже если я нагнусь, ничего лишнего не будет видно. И, как вы видите, его можно носить, ну, он универсальный. С юбкой, с джинсами, с брюками. Вообще, с чем ваша душа пожелает. С чем угодно можно носить. И вот это вот, конечно, да, это самая такая классная вещь. Я люблю такие универсалочки, которые можно взять с собой. Ткань не мнущаяся. Она еще и тянется, растягивается. Ага, и вот в этом плане, ну, прям вообще, ну, вот это, наверное, вот не зря я все-таки заказала. Хотя я думала, ну, мне не понравится, так мама померит, но я в восторге, я оставляю эту вещь себе. И также хотелось бы рассказать про юбку, которую я почему-то даже на камеру не захотела примерять. Не люблю такие простенькие юбочки. Значит, это трикотажная юбка для женщины, цвет темно-синий, размер 50, 95 хлопок, 5% эластан, артикул 522, 420. Если платье на Катерине смотрелось наиотличнейшим образом, то юбку я, ну вот знаете, не хочу и все, я такую юбку. Я думала взять на лето, но как-то вот мне не хочется. Ну вот, в принципе, и все. Все наши вещи, которые нам удалось заказать. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, если я что-то не рассказала. На мой взгляд, большемерок, маломерок в этой коллекции нет. Ну, мне так показалось. Всех целую, всем пока. До встречи с вами в новых полезных для вас видео.